Три человека, в числе которых и 14-летняя девочка, утонули в реке Сулак. В настоящее время ведется их поиск, сообщает МЧС по Республике Дагестан. Трагедия произошла неподалеку от села Гельбах. В перевернувшейся лодке находился 51-летний мужчина, 40-летняя женщина и 14-летняя девочка. Судовладелец сумел самостоятельно выплыть на берег. Спасатели МЧС продолжают поиски пассажиров.